Журнал Playboy принял страшное, по-живому режут решение. В погоне за публикой дети от 13 лет, потому что как бы, старшая публика почему-то снизила покупательные свои активности. В общем, Playboy перестает печатать женщин с голой грудью. Серьезно? То есть, нет, скажем так, Playboy теряет смысл существования. Playboy решил, так, а что чему? Теперь полностью обнаженки не будет. Что... Да. Они будут в одежде, но, дескать, в таких вызывающих позах. Я это в клубе посмотреть могу. Слушай, на самом деле я понимаю Playboy, потому что современный как бы, мир интернета, он дарит возможность посмотреть не только на полностью голых женщин, но и на полностью голых женщин, кое-чем занятых. А они хотят сохранить интригу. Да они на подростков начинают ориентироваться, им вот этот вот рейтинг нужен. Але ж Playboy є Playboy, це ж фішка, це ж Даже Юля история. Понимает. Да, ни жодного разу не купала. Ей-то дома можно посмотреть, да, а она все равно за Playboy.